Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы продемонстрировать вашему вниманию крутые фишки, которые я услышал у Джимми Хендрикса и у гитариста группы Red Hot Chili Peppers. Все легко и просто. Мы рассмотрим это на примере двух аккордов, аккорда АМ ля минор и аккорда ДМ. Но если вы хотите придать вашим аккордам какое-то такое фанковое звучание, какой-то колорит именно джаза, то я вам рекомендую все-таки брать семерочку АМ7 и ДМ7. Это у нас минорный септ-аккорд. Сейчас я наглядно покажу то, о чем я говорил выше. Итак, на аккорде АМ7. Как это делается? Показываю. Аккорд ДМ7 на пятом ладу. Еще раз. Данные фишки имеют место быть, когда вы обыгрываете аккорд АМ ля минор или аккорд АМ7. Так что иногда можно заменять аккорд АМ аккордом АМ7. Давайте еще раз разберем, каким образом я все это играю. Поехали!